Я очень люблю hack and slash RPG, такие как Diablo или, например, Sacred. Жаль, сейчас они появляются очень редко. К счастью, я наткнулся на просто офигенную игру Dragon В ней есть все, что мы любим в классических RPG. Она полностью бесплатна. И здесь нет безумного доната, который рушит баланс. А самое главное, что играть можно прямо в браузере, не устанавливая игру. Такой красивой графики в браузере я еще не видел. Регистрируйся и вступай в бой. Доброго времени суток, уважаемые друзья, меня зовут Перпетум или же Александр, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру под названием Dark Life. Но прежде чем мы начнем, я хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что на днях пройдет наша с вами мега-крутая, мега-эпичная сходка в игре Sun Online. Там мы устроим одну гигантскую, мега эпичную, мега кровавую битву между вами, мной и вообще подписчиками, которые зарегистрируются. Это будет действительно настоящее месиво. Надеюсь, вы, ребята, придете. Дату я объявлю в ближайшие пару дней. Пока регистрируйтесь, разбирайтесь, чтобы не нубить, чтобы вы могли сражаться и защищать свою честь. В общем-то, и даже, скорее всего, я все это дело запишу и выложу на канал. Поэтому будет все круто. Надеюсь, вы, ребята, вы придете. Надеюсь, вы меня не подведете. Я верю в вас. Ну, а мы с вами продолжаем, продолжаем, продолжаем играть в игру Duck Life. Да, не очень-то, не очень-то мягко меня встретил город. Я бы даже сказал, очень грозно, потому что в городе непростые испытания, непростые соревнования и непростые тренировки. Но превознимая при привозни, при вознем, при лень, превознемогая боль, мы тренировались, тренировались с нашим утенком, и смогли достичь неких результатов. И, в общем-то, чтобы эти результаты закрепить, я сейчас снова отправлюсь на тренировку. Мы немного потренируем утенка и, собственно, наконец-таки примем участие в соревнованиях. И, надеюсь, сможем выступить достойно и показать высший пилотаж, показать настоящий класс. И, кстати, кстати, в первом испытании в этой тренировке произошла небольшая проблема в прошлый раз. Я говорил, что я не вижу, откуда падают, собственно, камни. Но нет, Видно, видно, потому что появляется красная полоска сверху. Но из-за того, что я записываю бандикамом, записываю в окне, у бандикама есть тоже красная рамка. И оно все это слилось в единое целое, блин, проиграл все равно. И, в общем-то, я не знал, откуда летят камни. Было неприятно. Это испытание довольно-таки сложное. Я так толком и не понял, как здесь себя вести. Как можно пройти далеко? Давай, давай! Блин, прямо в яму. Ну что это такое утенок? Да, видите, опять проиграл. Ну, а вот это, мое любимое, здесь все предельно просто. Нужно просто выполнять разные пиру, пируэты, блин. Пируэты говорю. Да елки палки что-то я стараюсь сильно. Такс, сейчас на морду и с морды на ноги. Пах, выполнено. Я получаю довольно большое количество очков. И выполнено. А сейчас нужно будет сделать сальто. И сальто отлично выполнено. Сейчас сальто назад. Даже не сальто, блин, а просто нужно на спину опуститься. Вот так. Теперь сальто. Вау. Не получилось. Вау. Получилось. И я заработал, ну, уже неплохо. Очков, неплохо. Очков можно даже попытаться. Нет. Больше нельзя. И, в общем-то, я прокачал... Прыжки до 89 и думаю теперь мы можем, можем участвовать в соревнованиях. Я не буду выполнять дополнительные миссии, я сразу отправлюсь на соревнования. И надеюсь, все будет хорошо. Давай, утенок, не подведи меня. На тебя смотрят тысячи людей, не подведи никого. Покажи, класс. Давай, беги, 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 беги. Отлично, отлично, и бегает он круто, и прыгает он хорошо, и по стенам лазает очень даже ничего но все равно враги лазают быстрее и летаю я круто да 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 благодаря своему мега крутому бегу мы занимаем первое место в первом соревновании здесь я надеюсь мы тоже сможем неплохо опередить соперника эм, летают они круче да летают круче но это им не помогает плавание все-таки за мной и в итоге снова уверенная победа и даже если сейчас я заниму второе займу второе место все равно в общем зачете у нас будет победа. Да, очень-очень бодро они лазают по стенам, очень бодро они летают, но... Но... Блин, четвертое место, отстой. И в итоге мы занимаем первое место в общем а, турнирном зачете. Окей, окей, окей. И это мега, мега, мега круто. Мы переходим, собственно, на новый какой-то этап. И где здесь тренировки, я не могу понять. Здесь есть म. Сам турнир, здесь есть магазин. Да, это все хорошо. Здесь есть обычные, обычные, собственно, утята, которые, ну, по сути, просто предлагают мне с ними посоревноваться. Но нам это не надо, нам нужно побеждать, нам нужно проходить игру. И вероятно, что это последний уровень, да, вулкана, последний уровень. Давайте попытаемся поучаствовать все же в соревнованиях. Может быть, я уже достаточно хорош. а, -а, -а, -а. Я понял, чтобы открыть соревнование, нужно добыть три ключа. Три ключа можно добыть только с помощью этих утят. Нужно их одолеть, я так понимаю. Но посмотрим, так ли это на самом деле, прав ли я. Ну, плаваю я хорошо. Бегаю и плаваю я лучше всех. Летают они, конечно, покруче. Да, и в итоге они побеждают, потому что они очень круто лазают по стенам. Ну и летают они тоже ничуть не хуже. Блин, 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 сложные соревнования, пока мой утенок, к сожалению, к ним не готов. Нужно тренироваться, нужно улучшать свои навыки. И давайте, знаете, как сделаем? Давайте сейчас просто пройдемся по всем тренировкам и улучшим все свои навыки. В принципе, бег можно не улучшать уже, потому что он и так у меня очень крутой, никто не бегает быстрее, чем я. Но все равно, повторение, мать учения, как говорится. Чем больше я уделяю времени тренировкам, тем лучший результат я смогу показать. Пускай даже в беге хоть где-нибудь я смогу вырваться вперед. Это все-таки важно на самом-то деле. Тут сейчас важно учитывать каждую загвосточку, каждый момент, чтобы выиграть чтобы занять первое место. Да, это не просто, я понимаю, никогда не бывает просто, особенно в соревнованиях. Поэтому, утенок, давай, давай. Я бы сейчас включил музыку из Роки Бальбо, но проблема в том, что авторские права, да, да, да. Очень жаль, а вообще было бы круто. Он тренируется, я бы даже такую нарезку небольшую сделал, где были бы показаны тренировки нашего утенка. Беги, утенок, беги, 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 беги. Ах, не успел. 132. Ничего себе, уровень бега 132. Это безумная цифра. Это очень-очень сильно прокачанный бег. Здесь я тоже смогу неплохо прокачаться. И отыграться я смогу, собственно, на третьем испытании. И если вы еще его помните, блин, если вы его еще помните, здесь... Нужно бегать через препятствия. Это мое любимое испытание. Для меня оно самое простое. Не знаю почему. Лучше всего у меня получается как раз таки проходить эти испытания. Точнее, вот это испытание. Очень уж мне нравится. Очень, очень, очень оно простое. Правда, долгое, затянутое. Если бы скорость была бы побыстрее, побольше, ну, было бы поудобнее, поудобнее. Не пришлось бы тратить столько времени. К сожалению, довольно медленно он бежит поначалу. Потом будет быстрее, но на определенном моменте он остановится. И перестанет набирать скорость. Будет бежать постоянно с одной и той же скоростью. Поэтому смысла, ну, не так уж и много, как хотелось бы. Давай. Э, пах, пах. Отлично, отлично, отлично. Блин, если бы я бегал так же, как и он, у меня бы очень сильно болели ноги. Ну, но не в смысле... Блин, а как? А, я нажал не ту клавишу. Не в смысле просто бы бегал и у меня бы болели ноги, а в смысле прыгал бы. Прыжками бы так бежал, как он. Это было бы странно. Так, плавание мы тоже немного прокачаем. Плавание тоже довольно просто можно прокачивать. Я, честно говоря, думал, что лучше смогу прокачать бег, но... Эй. А, -а, а, блин, 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 блин. Я пытался с помощью WASD управляться, но нужно управляться с помощью стрелок, блин. Точно, я и забыл совсем. И в итоге просрал. Просрал, просрал, просрал. Здесь уже не просто будет. Как я убедился, прокачивать плавание можно в основном только с помощью первого испытания. Далее идет какая-то жесть. Самая настоящая жесть. Неподкупная, неподдельная, просто жесть. По-другому даже и не скажешь вы видите, да, что приходится делать, приходится маневрировать, какой-то флэпи, не знаю, даки бёрд я, не знаю, ну, все, просто, просто проиграл. Ну, а прыжки в воду это вообще какая-то странная хрень, которую я так и не понял, как... Я так и не понял, что тут надо делать с толком. Ладно, но на три единицы прокачал тоже неплохо. Давайте отправимся дальше, на скалы. Немного прокачаем, собственно, умение лазать. Лазать тоже очень важно. А, это полеты здесь, точно. Полеты тоже очень важно. Лазать в следующем уровне нужно будет. Ну, просто написано горы, а лазают обычно по горам, поэтому я и подумал лазание. Я уже подзабыл, оказывается, где у нас что. Не возвращался сюда какое-то время. Давай, 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 давай. Блин, не нравится мне это, опять же, довольно-таки неприятно. Ой-ой-ой, жив еще, жив. Я думал, все, сейчас мой утенок разобьется. Жив! Просто какие-то чудеса происходят, реально, как будто бы какие-то силы свыше помогают мне. Помогают мне не сдаваться, помогают мне двигаться к своей цели, помогают мне двигаться вверх. Ну, отлично, отлично, отлично. Опять какое-то чудо случилось. И давай, и сейчас чудо, блин, жаль фиолетовую еду не смог подобрать. Так бы у меня скорость была бы, конечно же, побольше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я так рад, я так доволен. Блин, хотел схватить фиолетовую, но в итоге полетел вверх и вниз. Но тоже неплохо, ребят, будем честны, тоже неплохо. Это уже испытание попроще на самом-то деле. Это примерно то же самое, что и бег, поэтому ничего сложного здесь нет. Главное не отвлекаться. Когда все-таки я прохожу тренировки сам, а не на записи, у меня как-то получше получается, результат намного лучше. Действительно, чуваки, я вас не обманываю. Так, давай, давай еще вот так, и вот так, да, и вот так. Фух, 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 чуть не разбился. Чуть не разбился, черт возьми. Фу, 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 фух Но уже, уже неплохо я прокачал полеты. Хотя хотелось бы, конечно, лучше. Хотелось бы, конечно, получше результат показать. Но не получается пока. Пока мало-мало натренирован я. И не успеваю эх, реагировать вовремя. В некоторые моменты. Давай, давай. Ах, перестарался. Разбился просто о землю. Ну, это тоже довольно странная штуковина. Здесь надо как-то, не знаю, учиться. Просто учиться. Давай. О, ну, 8 хоть попал. Давай еще. Давай, давай, давай. Ну, тоже неплохо, в принципе. И в итоге на 10 прокачал. Хорошо, хорошо, хорошо. Можно двигаться дальше. Глейсер, Сити, Вулкана. А хотя, блин, смотреть, как я тренируюсь просто. Есть ли в этом смысл, спрошу я вас? Скорее всего, нету. Поэтому, чуваки, пожалуй, на этом серию я остановлю. Получилась она довольно-таки маленькая. Я думал, будет больше. Но, тем не менее, тем не менее, я вне записи натренирую своего утенка, и мы сможем с вами пройти последние испытания. 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 В общем-то, большое спасибо за просмотр, друзья. Спасибо за внимание. И надеюсь, вы придете на мою встречу в Дракенсанге. Напомню, что ссылка на Дракенсанг в описании, и я буду вас ждать там. До новых встреч, друзья. Всем удачи и всем пока.